Всем добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Многодетной семьи Тарантино. Я сейчас пошла в магазин мне на хлеба купить, молока, но я посмотрю, может, какие-нибудь коржи. Масло у меня есть дома, какао есть, еще сгущенку надо посмотреть, хоть какой-то маломальский девчонкам праздник устроить. В целом, хочу всех женщин поздравить с 8 марта, пожелать самое главное, это крепкого-крепкого здоровья. И чтобы все ваши родные и близкие вас поздравили, чтобы ваши родные и близкие вас любили. Это, мне кажется, самое главное. Ну и всем говорю, с праздником, дорогие нас женщины. Все, сходила я в магазин. Представляете, у нас в магазине ни коржей для тортов, ни самих тортов, ни каких-либо таких для праздника вообще ничего нету. Перед праздниками, конечно, привозили все, но я тогда ничего не брала, что подумала, что будет на 8 марта же все-таки праздник. Должны же в магазины все равно завести, но сегодня вообще ничего не было. Ну ладно, мы по-другому вышли из положения. Я взяла сгущенку, орешки со сгущенкой для деток, тут килограмм. Да, купила опять это сало вкусненькое, копченое. Деткам понравилось. Ну и в честь праздника взяла им хот-доги. Они у меня очень любят хот-доги магазинские. Думаю, ладно, ни торты, ни тортов ничего нет, возьму хот-доги. Набрала хот-догов, ребята. Да, я знаю, что вы мне напишите, что я такая сякая, нехорошая мать, не соизволила заранее ничего сделать, да? Да, ребят? Также купила литр молока и 3 булки белого. Вот все мои в целом покупочки. Больше ничего не брала. И то я это все брала в долг уже в магазине. Меня там продавцы хорошо знают, они меня записывают. Поэтому вот так вот. Сейчас ребяткам сделаю чай. Иди заплетайся быстро. И будут пить чай с хот-догами. Всех с праздником! Дорогие друзья, пришла с бани, еле дошла. Пока всех помоешь, пока сама помоешься, но зато классно, вы не представляете как. Всех с легким паром и всех с 8 марта. Сегодня ничего не снимала, потому что целый день гости были. Сначала одни родственники приехали всей семьей в баню. Там получается, что раз, два, три, четыре, пять человек их было. В бане мылись, а потом приходил знакомый, так как у них замерзла вода, и моется, пока он у нас, пока вода замерзла. Я, в принципе, не против. Хорошо его знаю, он всегда это хороший человек. Поэтому к нам в баню он приходил. И женщина знакомая тоже у них ходит к нам в баню. И вот, получается, сейчас я наконец-то помыла маленьких. Сейчас моются старших, сама помылась. И после этого я просто прибегаю из бани, прихожу и сразу падаю на койку. Даже курточку здесь бросаю. Потому что я не могу по-другому. Вот так вот и приходится. Ну ничего, зато классно. Вы не представляете, как после бани ощущения другие, чем после ванны и после душа. После бани классно. Те, кто в бане моется, те меня поймут.
целом, сегодня мне детки подарили открытки, я вам обязательно вставлю, покажу. Ну, а я детям подарила. Пошла, хотела купить торт, а у нас в магазине тортов не было. Ни тортов, ни коржей, ничего нету. Поэтому вместо этого я им купила хот-доги. Дети у меня любят хот-доги магазинские. Поэтому вот так вот. Ладно. Всех с праздником, всем желаю крепкого здоровья, всего самого хорошего. У нас время 12 часов ночи. И знаете, что делаю я? На улице. Смотрите, вот наполовину дом закрыт снегом. Ужас. Я ведро выносила. Машинка стирается, на воду вытаскать. Да, ребята, я после бани ведро вытаскиваю. Ну, куда деваться, раз некому. Так хорошо на улице, так тепло. Вот таким вот образом, ребята, я таскаю воду. Многие удивлялись, да как это так вручную воду таскать? А вот так вот. Вот это вот ведерко, самый лучший друг, когда замерзает слив. Да, в больших городах не знают, что такое замерзает слив. А в нашем городе это зачастую. Ладно, всем спокойной ночи. Друзья, померила халат. Вот так вот он выглядит на мне. Халат вообще классный. После бани его одела. Ну вот в целом. Вот так вот. У нас время ночь. Я постирала свою курточку. И шапку постирала, положила вот так сушиться. Надеюсь, к утру высохнет. Потому что иначе мне ни в чем будет идти. В больницу. Ну вот все. Пускай сохнет. Всем спокойной ночи. Всем доброе утро. Мы шагаем в садик. Девчонки уже вон убежали. На автобус идем. Все довольны. Ваня доволен, что в садик идет. Все счастливые, все радостные. Это самое главное. Всем желаем хорошего дня и хорошего настроения. Я сейчас отведу ребятишек в садик и поеду в город насчет Машиного анализа точно узнавать, если что, оплачивать. И потом вам... Опа! Ванька упал. Вставай, шагай. И потом вам точно уже расскажу. Ладно, едем, едем, едем. Съездила я, дорогие друзья, в больницу. Сейчас дома все расскажу, что и как. Сейчас зашла в магазин, кое-что взяла и иду домой. Дома все вам покажу. Все расскажу. Сегодня на улице хорошо так. Не холодно и не тепло. Так нормальная погода в самый раз. Минус 15 на улице, ну вот ни ветра, ничего нет, прям вообще благодать. Гуляй, знай. У меня сегодня Ильюша уже уехал в Соликамск. Все, уехал учиться дальше. Но он пока на больничном сидит, простыл тут немного. А так вроде уже полегче ему стало. Ладно, идем домой, сейчас все расскажу и покажу. Всем еще раз доброе утро. Короче, рассказываю про больницу. Съездила в больницу насчет Машиных анализов. Так, сейчас точно бумажку достану. Короче, три можно здесь сдать, а один в Соликамске. Смысла нет ради одного ехать в Соликамск. Поэтому мы решили, что мы будем все сдавать анализы в Соликамске. И там будет дешевле немножко. Вот сейчас, как только денежки получу, зарплату, сразу мы поедем с Машей в Соликамск сдавать анализы. Да, Маша? Маша еще дома. Так, в целом, я зашла в магазин, купила деткам на утро орешки. Также взяла сгущенку. Хочу посмотреть, все, не все. У меня есть ингредиенты для мини-пончиков жарить на печке. Если все есть, значит, сделаю. Также, так, это не буду показывать, потому что это не надо. Дальше, вот котлетки взяла такие, детки у меня их обожают. Поэтому взяла. Также купила куриные шейки и куриные крылышки. Вот все мои покупки в целом. Вот так вот. Так что ждем зарплаты. Как зарплату получу, сразу едем с Машей в Соликамск. Вот такие вот новости у нас. А так все нормально у нас. Все хорошо. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Всем добрый вечер. У нас вечер, и я иду за ребятишками в садик.
Погода на улице чудесная. Ну, морозит, правда. Я не знаю, куда мне девчонки опять перчатки засунули. Не могу перчатки найти. Опять пришла с голыми руками. Постоянно мои берут. Ладно, идем в садик, а потом домой приду и будем стряпать пончики. Все, мы пришли в садик. Дети сегодня получили в садике апельсинки. Ой, тихо, господи. Также зашла в магазин, взяла 3 литра молока. Тихо. Все, они оживились, киса проснулась. 3 литра молока в целом взяла. Сейчас почищу, подожди, дай освобожусь. И 2 булки хлеба, вот все мои покупки. Сейчас будем стряпать пончики. Ну, мини-пончики хочу, а Егорка что-то другое, прости, я говорю, я... Нет. И не знаешь, что готовить. И суп сварю какой-нибудь. Ладно, приступаем готовить.